Сегодня у нас распаковка. Такая посылка пришла. Большая. Тут детский телефон. Часы с сим-картой. Как не телефон, чтобы звонить. Шли довольно долго. Шли потом через Финляндию. Вышли из Китая. Попали в Финляндию. Заказывала сюда китайского Нового года. Там же не особо дорогие. Судя по отзывам, хорошего качества. Посмотрим. Упакована у него в такой коробочке. По виду не скажешь, что здесь часы. Они с геолокацией должны быть. И проверим. Так. Вот такого плана. Вот эту бирочку выкидывать нельзя. Ее надо активировать на их, на вот на этой, с помощью этой программы надо активировать будет, чтобы отслеживать, где находятся часы. Ну и соответственно хозяин часов. Что у нас в комплекте? Зарядное устройство. Кстати, оно удобно тем, что просто магнитное прикладывается. Раз, и он заряжается. Отвертка и мануалка для руководства пользователя. Кстати, на русском языке, что очень и очень замечательно. Так, мы будем пробовать симки теле2шные. Говорят, по отзывам я читал на другие часы, что они не подходили. К этому вроде подходили. Смотрим, что здесь есть, какие функции есть. Пейсирование базовой станции. Так, функции. Телефонная книга, интерком, след, будильник, безопасная зона, СОС, аварийная сигнализация, сигнал низкого заряда батареи, прогноз погоды. Ничего себе. Так. Дистанционное выключение, освещение, игры какие-то здесь даже есть, камера, фотоальбом, фонарик, тема, секундомер, автономный набор. Вот они непроницаемые часы. Так, ну сейчас я немножко с ними разберусь, куда симка. А, попробую включить. Так, где они тут включаются? Вот. Ну. Заряд очень низкий. Время показывает уже сразу неправильное. Тут с этим функцией лайки ставить можно ребенку. Через приложение. Пусть мы набираем сколько-то лайков. Можно поиграть в компьютер или еще что-нибудь. Удобная вещь. Часы такие. Интересно. А вот здесь еще здесь циферблат, а мы электронный. Так, набор номера, контакты. Очень хорошо, чувствительный, кстати. Чат, камера, альбом, дружить, не знаю, что такое, шагометр, ин, устройство, что-то. Номера, контакты, обучение счету. А, игра, обучение счету, камера, альбом. Посмотрим, что здесь за камера такая. Куда нажимать? Симка здесь, так. Вот камера. Нашел. Сейчас нажимаем. Достаточно памяти. Ну, соответственно, здесь нет сим-карты. Понятно. Шагометр. Открыть шагометр. Открывай. Полагаю, надо связаться с телефоном, что ли. Не знаю, сейчас я разберусь. В комплекте еще вот такая лопатка была. Скорее всего, снимать корпус. Ну, тут написано вот это отверстие для симки. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим, как это действует. Я же тебя выключил. Он что-то включился. Главное,
не потерять. Так. Лопатка, наверное, чтобы это вытаскивать. Поддевать. Теперь главное правильно вставить симку. А, вот, наверное, для чего лопатка это. Так. Неправильно, наверное, ставил. Сейчас посмотрим. Так. Надо мне это... Уйди. Да, он хочет, чтобы я его синхронизовал с телефоном со своим. Сейчас попробую. Программа на русском. Все пишет буквально по-русски. Вот. Тут реклама много, конечно. Ну, ничего страшного. Это бесплатное. Стройки. Ну, очень много здесь. Сейчас попробую. Смотрите, позвоню. Самая главная функция – функция звонка. Работает она на отлично. Вот, допустим. Алло? Сейчас. Алло? О, видите, меня слышно. И слышно, причем на ура. Я уже проверял. Если я с этого пока не могу номер позвонить, там нет средств. Тут громкость можно увеличить, уменьшить. Все, выключаем. Немножко пройдемся по режимам. Интересно, а настройки здесь? Время-то как синхронизировать? Так, надо немножко зарядить, потому что сейчас он разрядится. Я пока инструкцию почитаю. Ну, тут я забил номера, еще не могу понять, как дату установить. Время установилось. Сейчас. Вот. Почему-то показывает 29 марта. Я надеюсь. Я не могу перегрузить. Думал, если перегружу, может оно как-то свяжется. Он пытается SOS позвонить. Сигнал подать SOS. Но там номер не установлен. Поэтому тут у меня немножко большие проблемы с датой. Но я думаю, это все в интернете можно найти. Все эти настройки. Что тут еще? Что мне порадовало? Но, как я говорил, что геолокация показывает, где по какому адресу находится сейчас ребенок. Всякие отчеты. Будильники можно им ставить именно отсюда. А, минус то, что я не могу, нельзя смс-ки направить. Что направляешь смс-ки? Они сюда просто не приходят. Плюс то, что можно прямо отсюда номер набрать. В некоторых таких часах такое может отсутствовать. В принципе, здесь тоже можно так же установить, но я это не буду. Контакты. Вот. Я сюда уже забил несколько номеров с помощью своего телефона. Вот такой весь обзор. Слушай, они не особо хитрые. Понравилась мне система лайков. Сейчас покажу, вот один лайк уже поставил. У меня это видно так, как в качестве часов, в качестве телефона. Очень даже ничего. Камера, конечно, стойная. Вот это я не понял, что такое, что это задружить. И все. Ничего не нажимается. Шагометр. Ну, шагометр я не знаю. Тоже тут не открывается. Может, я что-то неправильно делаю. Тут существует две версии программы, с помощью которой работает. Первая и вторая. Второй, там очень много рекламы, но там показывает шагометр. Первый, ее мало. Поэтому я использую первую. Ну, система лайков вот здесь. Можно смотреть. Лайки. То есть, допустим, будешь сегодня смотреть мультики, если наберешь 5 лайков. Ну, такая система поощрений. Больше от здоровья. Вот, видимо, здесь шагометр рассчитывается, не знаю. Посмотрим. Я, может, через пару месяцев сниму повторное видео
насколько хватает аккумулятора, как эти все функции работают. Что-нибудь, может, новое найду. А сейчас пока я прекращаю обзор такой. Все, ждите новых видео. Тут тактильно не очень приятный, кстати, на ощупь. Очень приятный такой гладкий ремешок. Не гладкий, а вот такой на ощупь. Я не могу передать словами. Единственное, ну еще не единственное, минус. Там написано, что фонарик. Что-то про погоду сказано, но здесь ни фонарик, ни погоды не вижу. Странно. Вот так они выглядят на руке. Все? Четкие? Да.